поезжай. Я должен ехать. Это твой единственный путь. Если ты сможешь его пройти, ты найдешь свое счастье. Мэри, мама уже здорова. Да не волнуйся, твой папа поправится и помирится с твоей мамой. Вот увидишь. А вот и блинчики со сгущенкой. Вкуснятина. Послушайте, Морена родила чудесного мальчика. Я дядя? Да. Я дядя Матео. Матильда и Руфина приедут позже. Они поехали за подарком, чтобы не приходить с пустыми руками. Знаете, лучше я войду одна, а вдруг она не хочет, чтобы мы вошли все вместе. Да, хорошо. Подождите. Да, пойдем. Это моя подруга, я пойду одна. Что ты делаешь? Радуюсь. Вот счастливый отец. Поздравляю. Поздравляю. У тебя родился сын. Поздравляю. Что они здесь делают? Я не понимаю. Это друзья Морены? И друзья Яго. Прошу тебя, я не хочу, чтобы они видели ребенка. Нет, Том, пожалуйста. Гордель, друг Морены, и мой друг. А это мой жених. Он не имеет отношения... Ах, жених? Хорошо. Неужели ты не могла найти кого-нибудь получше? Я пойду к Морене. Поздравляю. Спокойно, спокойно. Это счастливые минуты. Привет. Привет. Я тебя поздравляю. Поздравляю. Как все прошло? Нормально? Без кесарева? Расскажи мне. Ты не видела Ягу? Нет, не видела. Какую еще Ягу, Морена, пожалуйста? Думай о сыне. Это его отец. Я хочу знать, где он. Надо сообщить ему, что он отец. Если бы ты сказала Ягу правду, ты бы сейчас рожала где-нибудь в сельве. Если бы ты видела моего сына. Вылитый Ягу. Я хочу, чтобы Ягу его увидел. Морена, только бы Том не услышал. Ради бога, пойми, наконец. Если Ягу появится, его тут же отправят в тюрьму. Ты его не увидишь. Он мне нужен. Он мне нужен. Морена, пожалуйста, будь счастлива. У тебя ребенок, семья. Все не так плохо. Морена, там Гордель и Сельсо. Гордель здесь, правда? Да, он хочет тебя видеть. Скажи, пусть войдет. Сейчас. Морена, как ты, дочка, моя любимая? Я позову Гордели и Сельсо. Да. Что? Кого ты позовешь? Они в коридоре, это друзья. Лаура, позови Горделя. В конце концов, судьба все расставила по местам. Правда, дорогой? Мы с тобой снова вместе. Конечно, ты парализован, ты наказан до самой смерти за все свои преступления, а потом в ад. А я в своем доме, со своим сыном, на своем месте. Да, судьба всегда все расставит по местам. Посмотри на себя. Детки. Привет. Привет. Как дела? Привет. Как себя чувствует дядя? Хорошо, он здоров. Ты померила платье? Да. Наверное, она прекрасна в белом платье. Да. Она как ангел. Ты будешь в белом? Да, это традиция. Пойдем. С вашего разрешения. Да. Они чудесная пара, не так ли? Говори, Чино. Мне нечего сказать, Фрага. Это письмо Клементина Гусман написал перед смертью. Он обвиняет тебя в похищении Яго Вальдеса в ночь, когда был ограблен особняк Сирени, убит мажордом. Не знаю. Он пишет о другом чину. Таких, как я, много. Очень много. Да, как ты остроумен. Где ты был в ту ночь? Где ты был в ту ночь? Я всю ночь был с женщиной. С какой женщиной?
Я не могу сказать, она замужем. Представьте, с чьей женой ты был, говори. Ну ладно, с вашей. Ах, вот как. И как она тебе? Будь я такой, как ты, я бы разнес тебе башку. Я отправлю тебя в карцер, потому что я не женат. Вы ничего не сделаете, у вас нет доказательств. Звони адвокату, пусть он тебе поможет. Спасибо. Спасибо, красивые цветы. А мы его видели. Кого видели? Мы с Гордели видели малыша. Он прелесть, такой красивый. Ты даже не представляешь. Он очень, очень красивый. Надеюсь, у тебя не будет из-за нас проблем с мамой, с мужем. Нет, можете приходить, когда захотите. Я буду приходить каждый день. Хорошо, подружка. Вы видели Ягу? Нет, мы давно его не видели. Меня утешает только то, что он жив и свободен. Помни, ты должен набраться терпения. Кабуре, за те месяцы, что мы были вместе, я многому научился. Но самое главное, я научился ждать. Да. Первое, что я сделаю, когда приеду в город, отправлю Рэнса Чимора в тюрьму. Это будет непросто, но я справлюсь. С ним и со всеми, кто его поддержит. Хорошо. Но помни, ты нужен Морене. Да, я всегда буду с Мореной. Хотя она замужем и ждет ребенка от другого. Возможно, тебя ждет сюрприз. Какой? Если я скажу, сюрприза не будет. Конечно. Держи. Это будет приятный сюрприз, Яго. Так, наверное, прекрасно родить ребенка. Да. Конечно, для этого нужно выйти замуж. Я такая любопытная. Вы были когда-нибудь женаты? Нет, я холост и не спешу. Почему ты не женился? Не знаю. Я жду, когда моя любовь скажет мне «да». Но для начала надо сделать ей предложение. Решайся. Послушай моего совета. Сделай ей предложение, ты будешь удивлен. Даниэль, пойдем со мной, ты мне нужен. Да. Вот ведь, он был у меня в руках, я его прижала. Это что, тесто? Не думаю. Можно узнать, куда мы едем? В церковь договариваться насчет свадьбы, а что? Нет. Что? Только этого не хватало. Ты едешь в церковь? Да. Возьми такси, Мелина. Извини. Ты повезешь меня, куда я скажу. И не говори со мной в таком тоне. Я один поддерживал тебя в этой истории, хотя ты отдалялась от меня все больше. А теперь ты выйдешь замуж за другого. Что с тобой? Ты что, ревнуешь? Хочешь, чтобы я тебя выгнала? Я тебя выгоню без проблем. Делай, что хочешь. Я тебя никуда не повезу. Даниэль, иди сюда. Сордо. Не пойду. Бабушка, ты и дальше будешь на меня дуться? Я не могу вести себя по-другому. Ты меня обидел. Тебе не кажется, что хватит? Нет. До тех пор, пока ты будешь настаивать на этой глупости. Для меня это не глупость. Я влюблен. Мы не можем говорить об этом 2 раза в день. Это слишком. Будем говорить 10, если потребуется. Пока ты не поймешь, что я не позволю тебе жениться на этой особе. Бабушка, пожалуйста, ты разрываешь мне сердце. Прошу тебя, ну, пойми меня. Не надейся меня уговорить. Я не знаю, что делать, бабушка.
Я бы все отдал, лишь бы ты разделила со мной мое счастье. Ты не будешь счастлив с этой женщиной. Прости, что я тебе говорю, но это так. До сих пор от нее были только несчастья. Не рассчитывай на мое согласие, ты его не получишь. Решение принято, я не отступлю. Ладно, хватит, я... Больше не хочу говорить об этом. А зачем ты меня позвал? Сейчас приедет Вега, адвокат компании.